Хей, с вами Шмыки, мы продолжаем родить игру, скорее всего даже точно уже заканчивать игру под названием Forgotten Hill Resolutions. Рут, это, как я понял, все-таки крыса. У нас есть с вами пистолетик, и мы идем с вами искать Рута. Где же Рут? Ого. А, я типа за ним должен идти? Рут, где? Мне пугать на самом деле. А, может, я должен просто ждать, пока он будет сам вылазить на меня? Я хочу выйти, Рут, смотри, я выхожу. Я просто... Короче, я должен просто его здесь искать по коридору. Рут, вылазь, я знаю, ты тут. Ну, где ты? Рут. Меня зависло. Рут. Надоело. Сколько в него раз нужно попасть? Короче, я должен просто ходить туда-сюда. Он не вылазит. Я просто по комнату. Наконец-то я убил тебя. Канализационная крыса. Изи. Ключик. Но у меня монет таки нету. Лучше не делать фотографии, и я не хочу новые встречи с охранником. Пожалуйста, в бюро находок, сэр. Ты можешь взять только 3 предмета, и только один из них может быть ключом. А могу я просто отсюда выйти? Откуда мне знать? От какой двери это ключ?
Ну, я просто хочу попробовать все ключи, если вдруг нет, то, ну ладно. Хотя я возьму еще, наверное, вот так. Нет, прикиньте. То есть просто я выйти не могу сейчас. Почему? Странно. Очень странно, почему я не могу просто выйти. Давай, наверное, сразу это сделаю. Большое спасибо, сэр, я наконец-то могу выйти. А мы можем просто открыть дверь и выйти? Да-да, я помогу, только давай мы с тобой... Сраные двери откроем и выйдем отсюда. Вот лично ты и я. Короче, походу, есть все-таки две концовки. В скобочках нету. Я думал, тут типа есть концовка, чтобы я просто сам убежал. Так, мне нужны плоскогубцы. И мне нужен лом. Ну. В смысле? Правильно, три предмета. Что за бред? Или я могу забрать обратно то, что я использовал? Теперь ясно. Есть еще четвертый ключ, как я вижу. Давайте пока что сделаем вот таким образом. Вот так. Так, мясо. Я так голоден, я слишком слаб, чтобы двигаться, пожалуйста, дайте мне еще чего-нибудь поесть. Хера ты херел. А, они типа угорают, то что еда пропадает. Картины меняются обратно.
ладно. Красками замазать лица. Ладно, давайте пока что так сделаем. Ключ у нас есть. А я буду в каждый сейчас просто заходить, проверять на то, что я открыл, что я не открыл. Так, там, короче, еще закрытый какой-то ключ нужен. Короче, туда нужно серый ключ. Ну, здесь еще тоже есть комната. Сюда тоже другой ключ нужен. Так, короче, сюда какой-то ключ нужен. Золотой. Там, где челик в клетке. Этот ключ не подходит. Для чего мне тогда плоскогубцы лом? Скорее всего, мне нужно сначала открыть ключом, а потом ломом взломать. Сейчас попробуем. Что вообще должно произойти было? Нихера не понял. Так, короче, берем этот ключ. Берем этот и молоток. Начнем тогда отсюда. Тут только один парень, по идее. А, нет, не один.
Как мне ему с головы достать гвозди? Это даже не тот ключ? Так, а вот это уже странно, то что это не тот ключ. А от чего тогда этот ключ? А где челик, который в рыбе сидел? По идее, это было здесь. А вот в какой он сидел? Это загадка. Хотя могу через камеру сразу смотреть. Угу. Типа, кто как умер, да? Если это третья комната, тогда этот у нас утонул. Мужика. Повесили. Женщину эту подпалили. Ну, по идее, кто как умер. Даже первую спалили, вторую это... Этого, кажется, не нашли. Я хочу закрыть меню подсказки, я хочу отсюда выйти как... А, ее не спалили, ее повесили, оказывается. Вон, все. Загадка разгадана. Ее, оказывается, повесили. Я думал, ее как ведьму сожгли. Так, последний психопат его... Нет, стоп, его не сожгли. А что, это расчленили, типа?
почему-то большинство вещей не используется. В основном большое количество вещей не используется. Ладненько, тогда... А, ножницы. Вот что можно использовать. Для веревки это серп можно использовать. И ключ вот это, да, мы еще не использовали. Почему я картину не могу порезать? Ой, я про тебя вообще забыл, чел. Подожди. А, понимаем. Понимаем. Стоп. А я ключ использовал тогда? А я не помню. Я не могу дверь открыть. Ключ найти. Бредятина. Просто непонятная бредятина. Нужно было с одного уровня начинать. Кто у нас тут вообще сидит, я уже не помню. О боже! А какой ключ мне нужен? Короче, тут один сидит, только нужен ключ специальный какой-то. Так, рыбная локация.
Я спасаю. А что мне делать? Вот я нажимаю. Так, там ничего нету. Тут ничего. Два предмета, с помощью чего я могу разрезать веревки, и ни то, ни то не режет веревку. Ну вот, я режу веревки. Почему я не могу их разрезать? Я просто не понимаю. И это место изучить? Минуточку. В смысле, мне то нужно место изучить? Мне хоть кто-то говорил за это место? И? Хотя нет, подожди. Давайте сходим к малым снова. Я не могу просто открыть. Подожди. Серпом собрать глаза. Да, это так логично. Серпом. Мне просто интересно, что это мне даст. Ну типа да, я поставлю ему глаза. И... Ох, блин. Ключ. Он мне дал ключ. Скорее всего, этот ключ как раз мне нужен для всего. Спасибо, сэр. Большое спасибо. А, нет. Я ошибся. Я вообще без понятия.
Почему я двери не могу открыть? Я бы сам просто свалил отсюда. Где-то еще должен быть ключ. Дело в том, что я уже взял 3. Ты можешь взять только 3 предмета, и только один из них может быть ключ, когда у меня уже 3 обычных предмета. Короче, ясно. Я догадываюсь, скорее всего, для чего мне нужна кисточка. Так, где у нас? Здесь, да, ведро стоит. Нет. Сейчас. Короче. Да ладно, я могу уйти. Мы наконец-то на свободе. К сожалению, я не смог спасти всех детей. Я никогда не смогу простить себя. Зло слишком сильно, но на забытой горе. Блин, ну уже дети со мной, да, здесь? Уже все, а все атакуют меня, и комары, и мухи сраные. Почему не открывается? Почему не открывается? Мясо я взял. Может, им мясо нужно дать? Давай дальше. Все. Ну я так и делал, алло. Только о чем мне красить? Я хотел зеленой херней покрасить. Ладно, давайте, короче, я потом прохожу. Похожу, побегаю. Хотя нет. Я, короче, сейчас сделаю просто маленький перерывчик, потом продолжу. Так, окей. Ослышав свою голову, так сказать, не очень долгим сном, мы можем продолжить. Давайте вообще разберемся, кто что у нас есть. У нас мясо нужно челику картину закрасить. По-любому эту херь берем. Ключ. И нужно что-то сделать с ящиком. Ящик у нас ключа либо нету, четвертого ключа, либо что-то из этого надо. Лом мы использовали, пилу мы использовали. Давайте дрель попробуем взять. И. Ну. Подожди. А, кисть тоже считается, я что-то тупанул. Так, ладно, тогда поехали. Этому нужно закрасить. Хера не понимаю. Ну вот.
можем сначала попытаться с этим челом разобраться? Ладно. Молоток, лом, ключ. Ключ используется около картины, значит, нужно либо картину будет разрезать, либо ножницами. А, хотя подожди. Кисточку возьмем. Так, мне нужно мир скульптуры, чтобы кисточку макнуть. Блин, надо ячельку там, помощью которого гвозди в голове торчат. Так, дальше. Дальше. Окей. Кажется, в этой комнате была картина. Ну, либо ножницы нужны, либо нож. Хер знает. Сейчас будем пробовать. Опа. Так, короче, ключ. Ножик нам, может быть, уже не нужен. Кисточка тоже, думаю, нам может и не нужна будет. Теперь я достаточно силен, чтобы стать. Большое спасибо, сэр. С ним я вообще не понимаю, что делать. Давайте, хотя ладно, ключи оставим. Давайте все попробуем вещи. Пилу, лом. А хотя подожди, кусачки давай попробуем. Пинцет. Это кусачки. Да ладно. Кусачками. Большое спасибо, сэр. Наконец-то я свободен. Так. 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 Погнали, сразу поможем челику последнему из этого. Так, он в этой комнате, кажется, находится. А мы что ж делали уже, разве нет? Большое спасибо, теперь мне немного лучше. Так, больше здесь никого нету. Да. Так, водный мир. Кто здесь у нас остался? Блин, а в рыбном мире, кажется, челики были привязаны веревками. О. Бедный мальчик, ему ничего не делать. Так, хорошо. И здесь, ну, там больше ничего не было. Все отлично. Подожди, а кто у нас, получается, остался?
кажется, мере только кто-то стал. Блин, а надо было ему тоже взять эти. Давайте на всякий случай проверим. Все, последний остался. А зачем мне пила? Я пил вообще... А, стоп, я пил использовал или нет? Не помню. Не припоминаю. Так, ну по идее больше никого тут нету. По идее. Так я же дверь еще открывал. Что за бредятина? Не помню, с чего я открывал. Я всех спас. Мы наконец-то на свободе. К сожалению, я не смог спасти всех детей. Я никогда не смогу простить. В смысле, я всех спас. Не спас тогда? Вопрос. Кого еще не спас? Ладно, сколько их тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Тут, скорее всего, еще одного не хватает. Либо здесь. Походу, здесь. Значит, где-то я упустил еще одного. Пойдемте искать. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, а где ее хотя бы упустил. Где еще был один? Но этот, но он уже, его уже не спасти. Этого освободили. Этих спасли. Тут никого не было. Этих тоже уже не спасти. В той комнате никого не было. А ну-ка. Ну и все. Рыбный мир мы тоже смотрели. В рыбном мире все спасены. Здесь спасен, туда не попасть.
здесь никого не было. Здесь двоих освободил. Там внутри никого. Походу, я еще кого-то потерял. Честно. Здесь я чел освободил. Здесь я, ребят, спас. Я всех спас. Еще одного, по идее, не хватает какого-то 20-го. Ну только где он может быть? Ну смотрите, давайте просто логично сейчас попытаюсь найти ответ. Но я вам снова же говорю, скорее всего там нихера не будет. Forgotten Hill. Так, прохождение. Открыть. Так. Да-да, всего 20 детей, у нас 19. Давайте тогда с конца смотреть. Теперь вы можете бежать, возвращаясь к двери, бла-бла-бла. Возвращаясь в библиотеку, мы направляемся к выходу. Возле двери столпится дети. Пересчитать их должно быть 20. Так, осталось последний 20-й ребенок. Возвращаемся в бюро. Ремлом, болторез и первый ключ. Идем на кухню в дальнюю комнату. Открываем ключом шкафчик. Подбираем мясо. Двигаемся в секцию флора и фауна. Бла-бла-бла, это мы сделали. 8 детей мы освободили. Это искусство. Групп. Висельца. Так. Берем ножницы. Так, так, так. В комнату с медузами. Так, так, так. Проходим в комнату с единицей. Там ребенка, который в клетке был, мы его спасли. Уносим кисточку, бла-бла-бла. Спарываем картину со свечой ножой. Ага. Отпираем ключом. Хорошо, это мы сделали. Проходим дальше по комнате. Срезаем 6 глаз с куста. Возвращаемся в бюро. Это мы сделали, подожди.
Возвращаемся в библиотеку, в кухню. Та-та-та. Та-та-та. В верхнем левом углу открываем поднос и достаем куриную ножку. Отдаем ребенку, мы его спасли. Так, отдаем барахло, бла-бла-бла. Дверь высыпаем. Ну, из головы тоже достали. Болторезом срезаем замок с ящиком. Ага, болторезом. Плоскогубцами, блядь. Третий ребенок освобожден. Так, проходим к нормальную реальность. Заходим в комнату слева от статуи. Возвращаемся в другой мир. Освобождаем второго ребенка с помощью пилы. Возвращаемся в коридор. В смысле? Какой статуи? Так, в бюро находим пилу, лист, бла-бла-бла. Первый ребенок, это который... Забираем лист назад, переходим в нормальную реальность, заходим в комнату слева от статуи. В другой мир освобождаем второго ребенка с помощью пилы. В смысле? Забыл, чел, сорян. Большое спасибо, сэр, наконец-то я свободен. Я про этого и забыл, челика. А, снова дверь закрыта, понимаю. Ну, по идее, все, 20-й. Мы сделали это. Я спас всех детей. И выяснил, кто стоит за всем этим ужасом. Теперь я знаю, что могу остановить это. Охота на ведьм началась на забытой горе. Если оценивать, в принципе, игру... Ладно. Тут просто авторы же будут. Короче, если оценивать игру... В принципе, как для квеста в жанре хоррор, довольно прикольно. То есть, здесь есть довольно сложные головоломки, которые ты не сразу поймешь. Но со временем можно понять. Да, были запутанные моменты, я не отрицаю. Битвы с боссами были... Четыре обычных, типа, логических. Одна им там боевая, с пистолетом. Есть истории, есть свой, как так сказать... Не фольклор. Ну, свои, короче, вот эти животные, растения, про них описание. Короче, биографическое описание. Биографическое. И типа... Антураж от этого темного, есть три концовки. Мы могли, по сути, сами, наверное, сбежать. Сбежать с несколькими детьми и сбежать полностью со всеми. В принципе, как-то так. Но на самом деле, ты не сразу догадаешься, типа, как кого спасти. Потому что я использовал плоскогубца, но я почему-то плоскогубца не смог достать иглы. Хер знает почему, хотя я пробовал до этого. Есть вероятность, то, что мне нужно было сначала отдать тому скелету глаза. Да, скорее всего из-за этого. Ну ладно, что, я думаю, на этом мы с вами заканчиваем, поэтому всем спасибо за просмотр. Насчет Forgotten Hill театр, или как он там называется, я...
попробую поискать, может быть, что-то найду. Поэтому всем пока.